Высокопоставленные гости в Ригу прибыли с самого утра, однако официальное открытие председательства Латвии в Совете ЕС началось буквально несколько минут назад. Гости собрались в Национальной опере. Там сейчас находится и наш корреспондент Анастасия Дьяконова. А, Настя, расскажи, что происходит на европейской сцене. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, телезрители. Сейчас я нахожусь возле здания Латвийской национальной оперы. Подойти к ней ближе практически невозможно из-за введенных мер безопасности. И это неудивительно, ведь внутри находятся самые высокопоставленные гости со всего Европейского Союза. Несмотря на то, что сегодня в Риге шел снег, и он продолжается сейчас, и образовались небольшие пробки, все еврокомиссары прибыли в оперу вовремя. Уже за час до начала мероприятия здесь расчищали снег, а также дежурили полицейские, причем не только на земле, но и на крыше здания оперы. Они светили с фонариком в окна, находящихся напротив здания, например, гостиницы «Рига», и смотрели, не спрятался ли там какой-то снайпер. В 6 часов вечера начался праздничный концерт, на котором торжественные речи произнесут сразу несколько президентов. Это и президент Латвии Андрис Берзинш, а также президент Совета Европейского Союза Дональд Туск. Поприветствует собравшихся также премьер Латвии Ламдута Страуема и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Уже сейчас известны, какие композиции исполнят для собравшихся. Это и специально написанная композиция Эрика Эшенвалда «После грозы», а также концерт для виолончели и оркестра Петериса Васка. Следить за происходящим в опере можно на домашней странице председательства Латвии в Совете ЕС GU2015.lv. Ну а в 9 часов вечера переключайтесь на первый канал латвийского телевидения. Там этот концерт покажут в записи. Коллеги, слово вам.